Да, именно здесь я даю очень дорогие скины за подписку. И сегодня я хотел бы подарить тебе данный ножик практически за 12 тысяч рублей. И чтобы ты мог получить данный нож, тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал со всех аккаунтов, поставить лайк, также со всех аккаунтов и написать как можно больше крутых комментариев вместе с ID ВКонтакте или с Телеграмом, чтобы в случае победы я смог с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик, и именно там подведу итоги. Скины я каждый день раздаю в своем Телеграме, на своем сайте, поэтому заходи по ссылке в описании. А теперь поехали смотреть крутой ролик. Баланс на сайте GGDrop 15 тысяч рублей. Я закинул 15-ку, чтобы проверить самые дорогие кейсы на этом сайте. Господи, как же хорошо. Сегодня невероятно крутой ролик, потому что у меня очень хорошее настроение. Я зашел на GG, баланс 15 тысяч, и это очень круто. Сразу скажу, мужики, у меня есть для вас супер-мега промокод, который, если вдруг PRDT, вроде бы так, плюс 11%, халява. Если ты его используешь, ты получишь самый большой, самый лучший и самый окупной промокод в виде 11%. То есть в любом случае, он тебя должен купить. В любом случае, ты даешь плюс 11%. Пополнять ты можешь абсолютно любыми способами. Также не забивай. Да, это будет очень круто, если мы сейчас просто заходим и вводим его в барабан бонусов. Ты, кстати, также можешь сделать, и на халяву прокрутится барабанчик. Да почему не бонуска? Вот если бы сейчас выпала скидка на кейс, я бы был самый счастливый. А сейчас мне выпадет кейс за пополнение. Вот мне очень надо сейчас кейс за пополнение. Да, да, да. Когда я пополнил на 15 тысяч, он мне выдает. Не чтобы просто выдать мне какую-нибудь там скидочку на кейс в виде 10%. Я бы кайфанул. Кстати, господа, заходим в бонусы, вводим код, применяем его. Промокод только для новых пользователей. И если ты новый пользователь, и ты это сделаешь, тебе будет бесплатный кейс на этом сайте. Ты зашел, ввел кодик, применил и совершенно бесплатно получил бонусный кейс, который ты можешь открыть и бесплатно вывести скин. Имейте в виду, промокод на экране. А мы начинаем. И, конечно же, начинаем мы с моего любимого. Самое главное. Давайте начнем. Опа, для меня. Что-то захотел открыть просто. Тут еще и спины есть. Это вообще прекрасно. 1830 рублей. Первые 5 кейсов. Ну, поехали. Плохо. Ужасно. Хотя вот это нормально. Вот это ужасно. Вот это нормально. Нет, ничего нормального здесь нету. Меня вообще подслило, подскамило. 1300, когда я открыл 1800. Забыли. Забыли. Как страшный сон вычеркнули. И вот сейчас мы можем сделать следующее. Либо мы можем начать с премиум кейсов, что тоже очень круто. Либо мы можем начать с VIP Colors, что тоже очень круто. Давай начнем, как обычно, с VIP Colors, но теперь откроем зеленый. Самый нелюбимый мой сет в КСК. Не знаю, почему мне не зеленый не нравится. Чтобы вы понимали, у меня желтый сет есть, красный сет есть, белый есть. Но синий есть, да, там типа синий фосфор и так далее. Это типа классика. Но зеленого у меня ничего нету. Вру, конечно, нету. У меня распространение ВП есть в инвентаре. Я его не использую. И огненный змей. Но с огненным змеем я играю. Да, врать не буду. Но, в любом случае, это один из самых нелюбимых моих кейсов, поэтому давайте откроем его, посмотрим, что нам выпадет именно с этого кейса. Стоп! Стоп! Чего? Черепашки-ниндзя! Хорошо! 16 тысяч? Прекрасно. Это не то, что хорошо, это супер прекрасно. Х2. Х2. И согласитесь, когда ты открываешь кейс за 100, тебе выпадает 200. Ты такой, ну, так себе. Когда ты открываешь на 8, тебе выпадает на 16. Ты думаешь, шо? Не, круто, круто. 100% круто, поэтому давайте еще раз опустимся в самый низ. Только теперь откроем поношенный. Мы как будто бы избежали закаленное в боях. Хотя почему мы его избежали? Вот опять же, мы можем открыть на 2 раза его. Это будет стоить для нас 20 тысяч рублей. Ну и почему я должен его избегать? Сейчас выпадет что-то очень крутое, что-то очень феноменальное. Ну, возможно, выпадет. Может, не выпадет. Я не знаю. Давай попробуем. Хорошо и очень плохо. Но вот это вот что такое? Галил конфетка. 7 тысяч рублей. Как бы такое ощущение, что не критично. Но если мы код красный продадим, а конфетку мы закинем в апгрейд, тогда это будет не критично. Баланс 10. Заходим в апгрейд, выбираем скинчик. О, у меня тут какой-то еще пиксельный камуфляж остался. Не знаю, зачем он мне, но нужен. Наверное, нужен. И поехали. Апгрейд до 15 тысяч. Я считаю, что это честно, я считаю, что это нормально. Тормоз, тормоз, тормоз. Нет, я считаю, это ненормально. Господи, какой же я дебил. Зачем? Вот, блин, надо было 50% сделать, а что-то... Ой, бля. То есть вот сейчас, возможно, мне последний раз повезло, и меня больше не окупит, но тем не менее, я какого-то хрена просрал сейчас куча денег. Хорошо. Логово ледяного феникса. Не спрашивай почему, просто увидел, просто решил открыть. Удар молнии есть, синий черепа есть, подождите, тут почти все есть, что у меня в инвентаре. Это значит, что это какой-то знак, он должен меня купить. Плохо. Хорошо. Отлично. Нормально. Слушай, неплохо. А хотя, в принципе, чё неплохо-то?
Ужасно? 7000 рублей. Ужасно? Мы открыли на 10. Это просто ужасно. Блин, я на секунду обрадовался, я на секунду подумал, что все, уже, ну, что, мы пришли к чему-то? Нет, вообще ни к чему мы не пришли. Ладно, ничего страшного. Ну, пожалуйста, ну я потратил 1000, ну что ты? Ну все, я понял, сайт, он понял. Сайт мне улыбнулся в моменте, а потом сказал мне, ты делаешь апгрейды, ты тратишь мои деньги, сын картошки. И начал меня оскорблять, я все проиграл. Нормально. А вот тут хорошо, 6300. Вот здесь вообще прикольно. Открыл, выпало 6300. Давай попробуем еще раз. Блин, можно, пожалуйста, еще раз купить? Хорошо, хорошо, плохо, хорошо. И отлично, АВП-боец вообще прекрасно, 7000. Так, подождите. Кажется, что-то наклевывается. Баланс 10000 рублей. И если мы с вами открывали сначала зеленый, а это был самый нелюбимый, что будет, если я открою белый? Кейс, ну, черно-белый, за 10000 рублей. Как думаете, окупит? Темный век, темная вода. Ну ладно, давай не будем смотреть, потому что сейчас будем смотреть, я буду грустить, я точно не окуплюсь, и это 100% будет слив. Прямо с завода Стартрек. Плохо. Не прямо с завода и не Стартрек. Да и вообще пипец какой-то. Хотя красный можно открыть. Давай хотя бы красный откроем. Красный, кстати, уникальные сеты. Я вообще обожаю красные сеты в КС-ке. Они очень красивые. 20, пожалуйста. Хорошо. 11208. Прекрасно. Не скажу, что это супер круто, но это топ. Окупило почти в 2 раза. Желтый можем на 2? Не можем. А на 1 раз можем. Но вот это 100% золотая грааль, то есть золотые сеты в КС-ке, они выглядят супер топово. Почти пламя. Представь, вот просто выпало бы сейчас пламя. Вот просто представь мое лицо, когда мне бы выпало пламя. Это 50000 рублей, которые мы бы сразу поставили на вывод. Тормози на принце, тормози, тормози. Ну почему ты идешь в облом? Ну что за облом? Вся моя жизнь это облом, меня сайт просто сегодня официально заскамил, мужики. 2024 на 2 раза. Тут, поймите, тут уже... Ну вот пустынный повстанец он мог выдать сейчас за 4000, за 5000, за 25000, а он выдал мне всего лишь за 2. Ну вот почему? Ну вот что я сегодня сделал не так? Почему так? Я буду ныть. Неплохо. Да, это не прямо с завода ржавый кобальт, но тем не менее неплохо. Я буду рисковать. Я сегодня пришел, чтобы выбить супер хороший дроп, и я не уйду. Хорошо. Как понять хорошо? А что это за говно такое? Не, подождите. Мне выпал топливный инжектор за 500 рублей? Но хуже ничего придумать нельзя было. Хорошо, но баланс 6000. Давай попробуем опять опуститься в самый низ. Точно. Давайте попробуем открыть бесплатные кейсы, потому что все бесплатки мы уже открыли. Вот так вот легко, кстати, пацаны, когда вы играете на сайте на GG, заходите и открывайте бесплатные кейсы. Это нереально крутая история, которая даст тебе бонусный баланс. Вот я пооткрывал кейсы, у меня открылись бесплатки. Я зашел в профиль, продал их все. Ой-ой, 4600, 500, что? Плюс 7000 рублей? Так, хорошо. Тогда давай сделаем проще. Если сайт не выдает, мне нужно главное забрать то, что у меня было. А у меня было 15000, поэтому сейчас я ставлю, ну я считаю это объективно, я ставлю 25000 рублей, я ставлю себе красивые перчатки, и прямо сейчас мы с баланса зайдем на максимум. Да-да, нет-нет. Один апгрейд я сделал, поэтому не забывайте использовать промокод PRDT. Не забывайте заходить в кейсы, в бонусы и активировать промокод, который даст тебе кейс на халяву. Ну а я? Ну нет. Ну нет. Ну пожалуйста!